Итак. Джакира у нас уходит первым баном, напомним, то есть вторым пиком, напомним по банам. Это у нас Тайдхантер, Брюмастер от Кино, Дум Войд от Санта-Лючии. И смотрим на второй пик от команды Кино. Посмотрим, что они возьмут. Виндрейнджер. И отправляется в бан Свен. В Кино. Сразу банша. Очень-очень быстрые баны. Знают, скорее всего, команды, кто может помешать ихним пикам, ихней стратегии. ВК. Тоже хороший. Как Кири, как и саппорт. Семи саппорт. Уходит в бан у нас Дизраптор, чтобы не глимсовал. И третий пик от команды Санта-Лючия. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Бристлбэк заходит в центр Чи. Возможно, это Керри Бристлбэк. Мы уже его на лиге видели. Очень хорошо зашел. Это просто такой танк, который убивает. Видели примеры, когда Бристлбэк и не заходил, который проигрывал Хардлейн в салат и потом бегал на 20-й минуте с тапком Стинком, со стиками Грейжинами и Чейнмейлом. Зависит уже от игры, как его реализуют. И задумались у нас над пиком уже Кино. Что-то пошло не так, возможно. Думают у нас Кино. Или он все-таки заходит. Очень долго продумывали они этот пик. И теперь настала очередь Санта-Лючии брать своего героя. Пока еще даже непонятно, какая будет расстановка, потому что и Сайленсер, и Джакира могут пойти как на middle lane, как и на off lane, так и на легкую может каждый из этих трех героев пойти. Пока посмотрим. У Кино уже все ясно. То есть рубит ли он саппорт, и Виндрейнджер, скорее всего, мид. Возможно. Возможно, и хардлайн. И Сларк заходит. Это Керри Сларк тогда. Сайленсер, Джакира, саппорт, и Бристлбэк, хардлайн. И не хватает мидера у нас Санта-Лючии. Вот с этим пиком у них уже более-менее все вырисовывается. И очередь у нас за Кино. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time.
10 seconds remaining. Почти... Тарксир. Так, это уже интересно. Почти все дополнительное время у нас израсходовали кино и берут Дарксира под эту связку. Ну, пока пойдет, Тарксир всех стягивает, он копает, Виндрейнджер там бьет, Рубик еще своим фейтболтом, еще что-нибудь состилить, ту же макропиру, например. Но есть глобал. Все, на что они натыкаются, это глобал. С глобалом будет просто бегать под сверджом, если Дарксир успеет его дать. И в бан у нас уходит ДК. Банят это ДК на мидл лейн, скорее всего. Так как и Квапа. То есть понимают кино то, что не хватает мидера Санта-Лючи. Квапа мобильно, Квапа может раздамажить, Квапа может гангать на шестом уровне. И больно бьет. Эмбер Спирит. Вот так вот, а на мид у нас заходит Эмбер. Хотя может на мид пойти и Сларк. А Эмбер в легкую. И последний пик у нас от кино. Двадцать секунд остается. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Gyrocopter. Гирокоптер. Вот так вот. Это Кири гирокоптер. Соответственно, Виндрейнджер у нас пойдет мид, Дарксир сложная. Леон и Рубик пойдут в саппорты. Посмотрим, посмотрим. И тактическая пауза у нас опять. Итак, возвращаемся мы в игру. Все проблемы вроде как устранены. Представим команды. Команда кино. Старос, по-моему, да. Вот эти... Иероглифы. Старос на Рубике. Фрокс на Леоне. Финн на Виндрейнджер. И Арагон у нас на Гирокоптере. Сайка играет на Дарксире. Команда Санта-Лючия. Одноименный игрок под ником Санта-Лючи на Сларке. Мистер Шо Джакира. Якиру. Нет, не Якиру. Якиу. Да, Яки... Яркиу. Ярик, скорее всего. Яркиу на Сайленсере. И К на Бристлбейке. Ори на Эмберспирите. И тут ФБ у нас, скорее всего, намечается. Привязали Сларка. Рокет Бэрридж пошел. Айспас. Качественный по четверым у нас... По команде кино, и тут у меня появился статист, который говорит, что команда кино играет первую лигу на первую игру на лиге, но в итоге у нас Сайленсер помирает. Как ни старался у нас Джакира, все-таки его убили. Сайленсера Джакира очень качественные айспасы дал. То есть сначала по четверым у нас вот здесь, и потом еще по троим вот здесь. Но этого все равно не хватило. И забирает ФБ у нас Рубик. Контролят также Руда у нас, команда кино. Хорошее очень начало. Очень хорошее. Включаем мы статистику по крипам. Сейчас. Сейчас все начнется. И опять пауза. Нажимает Event Ranger.
Фриза, говорят. Ну а тут у нас вард оставили. У нас Дарксиру или он уходит. Здесь будет стоять трипла. С Керри с Ларком. Будут ему помогать Сайленсер и Джакира. Поставили здесь вард у нас кино. Никаких спаунов не заблочили. Здесь вот такой вот вард стоит у нас от Санта-Лючии. И еще поставил сюда Сентрик, но вардов здесь нет. Не угадал у нас Джакира. И тут сразу выходит напрягать у нас Дарксира. Дарксир скачал себе Сюрдж. Но это для ФБ. Джакир у нас айспас, так что Сайко у нас спокоен. Получает второй уровень. Сразу начинает ему ману выжигать. Он все это дело сбрасывает. И Айон Шилдом будет сейчас фармить. На миде Виндрейнджера зонит Эмберспирит. Эмберспирит у нас запуленный, с регеном, с щитком. 3-0 пока имеет. У Фина 5-4. То есть по КС, да, он здесь будет опережать. На топе К у нас на Бристлбеке. И поднимает его. Сейчас будет подкоп. И проблема. Проблема у нас у Бристлбека. Летит ракетка. И умрет у нас Бристлбек. Да, Бристлбек умирает. Это 2-0. Герокоптер забирает себе килл. Вот подставился у нас Бристлбек через телекинез, фейтболт, подкоп. Рокет Бэридж очень сильно дамажит. Это у нас 11 урона. 7 секунд. 700 урона. 700 урона. Бристлбек у нас 587. И просто подходит, получает. Еще даже второй уровень не получил. Сайка здесь контролит хосту. И выбегает он на мид, скорее всего. Но тут он на варде палится. Эмбер Спирит у нас на топ. За руной. Богатство. И здесь БР-ка, которая тоже пропуленная, с ноль талисманом. Скорее всего, через ботл будет идти. Здесь отводы. Будут линию в свою сторону спушивать. Бристлбек здесь получает уровень, третий уровень. Дарксир у нас отвел крипа одного. Пока только. Больше ни на чё он не удосужился. То есть ничего не смог сделать. Ну и Джакира у нас скачал Liquid Fire. Будет уже гонять у нас Дарксира. Сларк у нас покупает Торбов Веном, Пуршилд. И будет уже замедлять того же Дарксира, но за ним не угонишься. Ой, встревает у нас, встревает Дарксир, под суржом бегает, но это килл. Это килл для Сали. Нет, он сбил себе эту обилку, но все равно Сларк дорезает у нас Дарксира. Получает за это 356 экспы. Тут у нас перемещаются саппорты на нижнюю линию, прям нагло. Soul Ring себе приобретает Дарксир на базе. Хорошая у нас тут фотография, но тут видит у нас Рубика на вардах, и тут тоже вард поставили. А, и здесь видят саппортов. Поэтому они понимают, что что-то здесь не так. И Джакира здесь вдогонку у нас идет за Рубиком, но тут Эмберспирит их встречает, замораживает у нас Рубика, но тут он качественно очень откинул Эмберспирит и еще и подкопал двоих. Очень хорошо, но все-таки Рубик у нас умирает. И еще привязывают у нас Леона, хексят у нас Эмберспирита, но и опять подкоп по двоим. Очень качественно. И тут еще и Дарксир подходит, но Дарксир сейчас может... Да, Дарксир у нас погибает. Погибает Дарксир. Тем временем Бристлбек у нас отъезжает от гирокоптера, но тут драка продолжается. Вот это качественный пауэршот. Забирает у нас Сайленсера. Встревает у нас здесь еще и Эмбер Спирит. Заморозка у нас от Джакира, но тут без маны, правда, у нас ВР-ка. Ага, мажет ее Кларити. И сейчас на пауэршот мана есть. Осталось дать вижен. Нет, не видит. Не увидели. Не увидели, успел у нас убежать Ори. Сверху у нас Сларк уже подходил, но он тоже не фуловый. Пол хп имеет лишь. Ну и в итоге 4 в 3 у нас в пользу кино. Там Герокоптер расправился у нас с Бристлбеком. Герокоптер уже 6 уровень. Будет себе, скорее всего, фейзы покупать. Да, вот фейзы он себе приобрел.
Ну, у Бристол Бека пока не очень хорошо. 7-1 у него крипстат. 22-11 у нас у Гирокоптера. Пока топ-фармер на лайне. Находит здесь руну двойного урона Леон. И сейчас будет... Нет, полетел ботл. Не стал он... Почему-то не стал ботлом здесь брать. Решил его за... Нет, все-таки, да, вот летит. Летит обратно. В 18-0 у нас идет Сларк, вообще не динает крипов, сосредоточен только на фарме. Орбов Веном до сих пор у него есть. Скорее всего будет у нас Мидас. Тут тем временем пока бежал у нас Финн со своим ботлом, там остался только Инвиз. Стоит тут, стережет у нас Эмбер Спирита. Выходит на него. Это просто решил пройтись. ПТ себе приобретать Сларк, да, вряд ли это был бы Мидас. Потому что на Мидас либо очень много нужно фармить. И киллинг спри. У нас Гирокоптер, и убивает он Бристлбэка, и еще и Джекиля, который туда подошел. Пропустил я этот момент. Через кулдаун у нас здесь все забрали. Через Хекс Леона зацепил у нас Рубик. И проблему верхней линии. Прожимается глиф. И сразу сюда ТП делает у нас Бристлбэк. Пятый уровень. Нет, его еще его пассивки, которая прибавляет ему урон с каждым стиком. С каждым стаком способностей. Вкачал он Бристлбэк на 2, на 3 иголки. И пока умирает с сапогом. Приобретает себе кларити. Дарксир у нас 5 уровня тоже, но 0-2 имеет. 0-3 у нас у Бристлбека. И 8-2 крипстат. У Дарксира 22-2. Очень хорошо фармит. В миде у нас здесь развлекается Эмбер Спирит с Виндрейджер. Тоже себе фейзы приобретает. Сейчас как раз курьер на базу долетит. Да, вот фейзы себе приобрел. Понесет ему. На боте пока все спокойно. Никто ни с кем не дерется. Но тут мешает нам Дарксир своим щитком. Дабл дэмэдж Эмбер Спирит подбирает. И тут в смоках на руне у нас Леон. Все смоки спалил. Все смоки спалил. И в итоге ганг не удался. Хорошо, сыграл Ори. Тут попадает он под Виндрейнджер. Виндрейнджер надамаживает на пол хп и пауэршот заряжает, но уходит весь дамаг в щит. Приходится юзать Ори дабл дэмэдж, чтобы отрогениться. Сейчас будет просто фармить. И вся вот эта троица опять отправляется вниз за нижней руной. Вот тут стоит вард, который их всех палит. Поэтому сейчас вот... Тут нападает у нас на Сайка, умирает Сайка. И сейчас должны отсюда ретироваться ребята из Санта-Лючии. Или будут встречать. Шестой уровень есть уже. У Сларка есть Shadow Dance, но нет первой способности. И вот примораживают у нас. Привязывают, хексят, все в Сларк уходит. Успевает уйти в Shadow Dance. Сейчас будет баунс. Нет, просто у нас убивают Леона и все. Не стал дальше никуда прыгать. И ганг не удался, опять же. То есть вроде вышли, вроде захиксили, вроде приморозили, но у Сларка баунс. Баунс. А, нет, Shadow Dance. Да, Shadow Dance. Спас ему жизнь. Не хватило немного контроля у кино. И поэтому отдали они еще и Леона в ответ. На топе фармит Гирокоптер, приобретает себе Доминатор. Скорее всего, будет делать стаки. И тут опять у нас вылазка идет на бот. Прилетает сюда Виндрейнджер. Здесь также у нас Рубик. Но, правда, он без маны, только есть на телекинезис или на фейтболт. Только на что-то одно. И привязывают у нас Джакира. Джакира встрял. Да, Джакира сейчас умрет. Но тут также Сларк у нас нападает на Рубика. Сейчас Рубик будет умирать. Глобал пошел. Джакира не умирает. Не дофокусили. Shadow Dance есть, убивают Джакира, наверху убивают у нас, опять Гирокоптер в соло убивает у нас.
Бристл Бека, но тут в инвизе Эмбер Спирит. И сейчас он будет убивать, да, привязка, пошел щиток, и все. И смертоносного Керакоптера за 470 голды. Получается, стрик у нас. Эмбер Спирит. Ну и на шестом уровне не вкачал у нас стенку. Вкачал вакуум на 2. Дарксир. И Фейзы себе тоже приобретает у нас Эмбер Спирит. У него Фейзы, Пурман Шилд, Банка Брейсер. Пойдет, скорее всего, сначала в барабаны, потом уже в какую-то Батл Фури, возможно. Вниз у нас прилетает Эмбер Спирит. Будут пытаться ганкать опять у нас Дарксира. На мид у нас прилетает Сларк. Приобретает себе Клеймор, будет делать он. Так, нашли тут Вардец, кстати. И вниз прилетает Герокоптер. Проблема у нас у Сайленсера. Сайленс умирает. И Герокоптер здесь расстреливает. Очень много проблем он достает. Еще и под Сюржом. Но не стало типа Тауэр, так как ХП мало. И тут еще и ВР-ка находит у нас Джакира. Проблема у Джакира. Убивает Джакира у нас. И сейчас еще будут проблемы у Сларка. Будет он себе делать Shadow Blade, соответственно. Размансили просто. Просто разбежали во все стороны. Тут еще и Леона проблемы. Да, умирает Леон. Бристл Бэк. Приобретает себе ПТ наконец-таки. Проблема у нас у Бристл Бэка. По нетворсу у нас 5500 у Герокоптера, лидирует он, 4200 у Сларка, 4100 у Видрейнджер, 3700 у Эмбер Спирита. То есть 2500 у нас у Дарксира, у остальных даже 2000 еще нету, даже у Бристлбека, который стоит на хардлайне. Очень все плохо у него, 0.4.1. У Эрки Грейжен и Стики 1000 голды на руках уже. Хедреска у Сайленсера, смоки, то есть будет идти он в Мекку. У Сларка у нас Клеймор также пока, больше ничего не поменялось. И нападение у нас тут на Дарксира опять, я это пропустил, еще и Глобал прожимается для чего-то. Ага, еще на топе у нас убили Герокоптера. И убивают у нас также Рубика здесь. И это 11-10, минус 3. Делают в итоге у нас ребята из Санта-Лючи. И еще и внизу прожимаем глиф, чтобы не спушили Тауэр. Но Тауэр здесь все равно идет. Третий Ликвидфайр. Будет заплевывать его у нас Джакира. Для нас пошел плевок. И тут нарезают. Итак, у Джакира у нас только варды, 500 голды, то есть также стики Сейдж Маск. На топе у нас встревает опять Леон, Леона сейчас убьют. Прилетел Дарксир, еще 2 сейф ТП сюда идет. Стенки еще нету у нас у Дарксира, нет Сюржа, и сейчас просто ребята здесь уйдут. Верка Шейкл что-то не достанет. Но ее ускоряют, кстати. Тут Denied Tower. Связал у нас ВР-ка с дальним крипом. Каким образом, это вообще непонятно. Но Бристл Бэк сейчас уйдет здесь просто. Да, своим третьим Бристл Бэком он просто убежит. ПТ на силу. Еще привязали, но... 33 хп. Уходит. Да, уходит у нас Бристл Бэк. Очень-очень-очень долго гнались. Таурку в итоге заденайли. Эмбер Спирит заденайл еще и Таурку. Здесь у нас в инвизе Сларк находит ВР-ку. Сейчас будет баунс, да, Виндрейджер КД. И вот, прожат Виндрейджер. Да, все-таки убивает он с первой способности. Доминейтинг у нас. У Сларка, но тем временем через кулдаун у нас забирают и через телекинезис Эмбер Спирита. Разменяли они мидеров. Ну и что-то у нас летит. Это рецепт на Яш летит у нас к Герокоптеру. Стаки он не делает. Внизу у нас фармит уже Тарксир. На мид прилетает Джакира. 600 голды имеет. По графикам. Чуть больше 2000 было. Сейчас 2. Преимущество Санта-Лючи. По голде около 1000 всего. Не очень большое преимущество, поэтому каждая драка сейчас будет что-то решать. И тут заходит у нас спину. Спину заходит у нас Сайленсер и Джакира. Джакира здесь уже погибает, нужно цеплять у нас Сайленсера. И у нас Рубик летает у нас на ворованном ремнанте.
1100 голды. Скорее всего, будет себе дагер приобретать. Леона у нас летят транквилы. И врывается у нас здесь Эмбер Спирит. Что он делает? А, пошел глобал. Пошли все врываться. Сейчас убивают у нас гирокоптера. Да, гирокоптер минус. Больше пока никого. Опять качественный подкоп у нас от Леона. Но тут Виндрейнджер у нас встреет. Сейчас будет привязка. Нет, Сларк тут просто в инвизию. Сларк уже Шэдоублейд. 1000 голды на руках. Стрик 5-0 идет. Сларк. Виталити Бустер себе приобретает Бристлбэк. Это будет Вангвард. Потом уже будет Кримсон Гвард. И ни до кого прямо Роско не достает. И сейчас проблемы у нас будут у Бристлбека. Но здесь влетает у нас Сларк опять через Shadow Blade. И очень хорошо у нас Эмбер Спирит распрыгивается. Это минус 2 на ровном месте. Опять два саппорта очень быстро погибают. Джакир здесь выживет. На хосте у нас еще и бегает Эмбер Спирит. Бристлбэк тут попугал у нас. Так, опять Сларк находит у нас Виндрейнджер. Проблемы у нее могут быть. Пошла привязка, не привязала. Кулдаун в никуда. Стенка. Вакуум. Минус один, минус два. То есть разменяли у нас Сларка на Виндрейнджер. Но у Сларка был стрик. И сейчас может подставиться у нас Эмбер Спирит. Но у него пока хоста действует. Все цепляет у нас Эмбер Спирит. Окончается хоста, подкоп, хекс и минус. В итоге 2 в 1 у нас разменялись. Своровал у нас щиток Рубик. Купился вардами, не будет это у нас даггера. Аркан он себе приобрел. И пушит Т1 у нас кино. Макропира у нас. Почти никуда. Выдал Джакира. И в пятером ребята из кино идут на нижнюю линию. Сентрик стоит прям на руне. И тут у нас Сларк бегает в Шэдоублейде опять. Будет кого-то, да, цепляет он у нас. Рубика, Рубик подрубает щиток, живет! Рубик живет в Shadow Dance у нас. Сларк, нарезает он Леона, хикса нет, пошел глобал, минус Леон. Будут ли еще кого-то, да, будут цеплять. Не связал у нас Рубика, Рубик погибает. Пошел нарезать Сларк у нас в ВР-ку. Там еще и Бристлбэк у нас ее встречают, но она подрубает Виндран. И нет, все-таки убьют у нас Виндрейнджер. И это минус 3 очередной у нас от Санта-Лючии. Вот он глобал. Вот она реализация глобала. Подрубают глобал и все. Ребята из кино не бьют. Нет еще таких артефактов. Огр Клаб у нас приобретает гирокоптер. Вангвард тем временем у Бристлбека. И Трилхаммер Эмбер Спирит. Это что, дизолятор будет первым артефактом? И пошел он. Батлфурия. Купил себе барабаны, но Батлфурия не пошел. Не достает тут до варда. И тут опять связывает ВР-ку у нас Джакира. Это вообще просто читы какие-то. На таком рендже связать. И ворует у нас спас Рубик. И в пятером у нас разбирают Джакира. 460 голды, 700 опыта. Все еще держится у нас в топе по нетворсу гирокоптер. В миде у нас пушится Т1 Тауэр. На топе также Т1 Тауэр пушится. Туда пошел у нас Эмбер Спирит. И сейчас тут ребята тоже наверх пойдут. Тем временем ответка у нас от кино идет на Т1 Тауэр по боту. Прожимается глиф, чтобы еще немного их задержать. На топе тем временем тоже прожимается глиф. Будет ли сейф ТП какие-то? Нет, сейф ТП не будут. Пойдут ли дальше? Посмотрим. Здесь нашли сентрик, тоже не хватает до этого сентрика. Ну и на Т1 у нас Рубик летит. На Т1 еще летит у нас... Кто это? Гирокоптер. И да, дефаю здесь. Еще и все пятером сюда прилетели и цепляют у нас Бристлбека. Опять привязывают крипу. Начинают наваливать, но Бристлбек очень толстый, но пятером его здесь завалят.
тем же Вангвардом. Это почти уже Crimson Guard. Влетает у нас здесь. Ой, очень хорошо влетает у нас Эмбер Спирит. На хосте распрыгивается, пошел глобал, влетает Сларк. Минус Леон, минус Рубик, минус Виндрейнджер, минус все, минус 5. Нет, жил у нас Гирокоптер, и в итоге он 4 в 5 у нас размен в итоге получается. Вот это да. Вот это драка. Учитывая то, что еще и у нас убили Бристлбэк до этого, это 3 втроем в пятерых убить. То есть четвером в пятерых убить. Под глобал очень хорошо влетели, тот же Эмбер Спирит распрыгался. Но в конце чуть-чуть не хватило дамаги для убийства Гирокоптера, и он убил у нас двоих. Приобретает он себе уже БКБ. Тут Виндрейнджер ТПшится у нас на тауэр, не связывает, но просто начинает наваливать. Прожимает у нас барабаны Эмбер и просто убегает. Маны на Ремнант, правда, нет, но просто так уходит. Рубик у нас Стоншилд выложил, тоже себе будет меку делать. Сайленсера мека уже готова. 10 тысяч у нас по нетворсу у нас Гирокоптер все еще впереди по графикам. Больше 5 тысяч по опыту и больше 3 тысяч по голде. Приобретает себе Майлшторм Эмбер Спирит. Интересный выбор. Будет молниями убивать людей. Что? Тоже его в драке фокусят. И здесь Сларк почти с БКБ. Осталось ему еще немного. Crimson Guard приобретает себе Бристлбэк. То есть вот у него два артефакта. ПТ и Бристл... и Crimson Guard. Но будет очень полезно для команды. Здесь у нас влетает Сларк и Эмбер Спирит на ВР-ку и быстро ее убивают через Shadow Blade. Вот она реализация. Сларк очень много киллов уже сделал через этот Shadow Blade. Хексят у нас Сларка, подкоп. Вот пошел Global, пошли молнии, пошел Crimson Guard и разорвали двух саппортов. Меку тем временем приобретает себе Дарксир и заходит на Рошана. У нас ребята из Санта-Лючии. Вот также у нас примораживают Гирокоптера, кулдаун, Сларк Шедоублейди гонится. И сейчас, да, будет прыгать, правда, на Дарксира. Дарксир прожимает меку, делает вакуум, но его убивают здесь. Успевает подойти Джекира. Ставит здесь вард, чтобы видеть. Тут даже два варда. Хотят еще больше видеть. Тут еще и Сентрикс стоит. Но здесь вот кино их всех палят. Не дают убить Рошана. Поставили Сентрик. Нашли один вард, нашли второй. Вот этот Сентрик не нашли. И пока-пока все начинают фармить. Еще один Метрил Хаммер себе приобретает у нас Эмбер Спирит. Тоже будет делать себе... Что он будет себе делать? БКБ тоже? Есть БКБ уже у Сларка. 600 голды сверху. Тут мека, тут будет Стоун. Больше пока ничего нет. Арканы также, стики. И прожимаются смоки. Сейчас посмотрим, куда будут выходить. Будут выходить, скорее всего, на Рошана. Сайленсер сюда один пошел. Тут заходят через мидл линию. Да, вот так вот решили обойти. Бьют, бьют, бьют здесь тихонечко. Находят у нас Сларк Леона. Тут пошел БКБ. Своровали у нас неплохо просто билку. И в БКБ у нас разъезжает просто Арагон и убивает. Тем временем убивает у нас Леона. Трака разделилась на две части. Леон бежит со всех... Бежит у нас Дарксир со всех ног. Арагон также убивает у нас Джакира. Но тут приходит ВР-ка. Начинает наваливать у нас по Сларку. Но Сларк сильнее сейчас будет.
Да, убивают. Ори у нас смертоносен просто. На Эмпер спереди. И здесь еще гонится за Дарксиром. Дарксир и Сурдж. Его сейчас поймают. Привязывать нечем. И еще и сюда и ТП. Герокоптер делает. Ставит ракетку на Бристлбека, но бесполезно. Здесь у нас Ори. Маны на Ревнант нет. Нет, Манарин делает фейк, разводит у нас гирокоптера на кулдаун, но есть... Есть у нас Rocket Barrage, который очень сильно дамажит. Не до конца развел, надо было просто уходить под барабанами. Барабан он поражал, но зачем-то начал драться с гирокоптером. Хорошо развел. Ремнант. И пока... Вот у нас статист. Сантричи обгоняет кино более чем на 5000 золота. По графикам 10000 экспы. Уже Сантричи себе преимущество хорошее сделало. Здесь видит то, что бегает Сларк у нас в инвизе. Стоит Сентрик. И Сларк тоже дает понять то, что его видно. Не работает пассивка. И тут заходит на Сларка. Ускорили Леона, включает БКБ. Сларк пошел глобал. И Сларк сейчас будет нарезать просто. Просто влетает ответный БКБ у нас от Арагона, пошел кулдаун, стяжка, умирает у нас Сайленсер, Сларк живет все еще. Айспас по троим, очень хорошо Джакир отыгрывает, но правда он умирает. Тут один у нас Бристлбэк, который тоже сейчас умрет. Это в итоге 4 в 3. С даггером у нас уже Виндрейнджер, очень хорошо дамажит всех у нас Арагон. Приобрел он себе ультимейт орб, рецепт на манта стайл, то есть есть манта уже 1400 сверху. По итогам боя, сами все видите, 1900 голды, 7000 экспы, и нанесено урона чуть-чуть побольше. Но нет, не было эмберспирита в драке. Вот был бы эмберспирит, он бы там тоже распрыгался своими молниями, то есть оторвал бы кусище. 1400 на руках. У него Митрилхаммер, Мейлшторм, щиток, фейзы, барабаны, уже без зарядов, и ботл. Что он себе приобрел? Рецепт на что? Рецепт на БКБ. Угу. БКБ все-таки себе будет делать. Сларк все еще сюда маякует, чтобы раздавардили. Потому что не работает его пассивка под вардами. И очень удобно палить вижен противника. Здесь Дарксир у нас пока мека, больше ничего. БКБ уже у нас у Эмбер Спирита. У Сайленсера тоже мека варды. Вот сейчас идут сюда доварить саппорта. Вот находит вард. Даже два варда сразу все находят. И тут уже стягиваются, идут у нас ребята из кино. Пытаются кого-то цепануть. На миде у нас... Пошла ракета в Бристлбэк, а тот прожимает Crimson Guard. Ракета больно бьет, она замакшена уже. Да. Это у нас 500 урона. От ракеты. То есть какого-нибудь саппорту. Пол хп Сайленсеру там уже. Ну и тут стали за Т2 Тауэром у нас ребята из кино. Будут обороняться. Понимают то, что преимущество не на их стороне. Еще с инвизом у нас Эмбер Спирит. Сларк в спине уже. И влетает Эмбер Спирит. Пошел опять глобал. Скидывает себя глобал Арагон. Влетает Сларк. Прожимает БКБ у нас Арагорн. Кулдаун, стяжка. Макропира тут пошла. Минус 2 сразу же у нас от Сантлючи. Умирает Бристлбэк. Умирает у нас Леон. Умирает Джакира. Но драка в пользу Сантлючи. Виндрейнджер тоже умирает. Байбек делает у нас Герокоптер, тоже он умер. Но он без ничего, просто ракету может поставить. Убьет, скорее всего, он сейчас Сларка. Нет, не убьет, Сларк успеет нарегениться. И в итоге у нас 5 в 2 от Арака. Заставили выкупиться Герокоптера. Убили только Бристлбека и Джакира. И ребята из Сантлючи показывают, как надо тимплейно играть. То есть влетает у нас Эмбер Спирит, потом идет Глобал. И это законтрить никак не могут. У нас ребята из кино еще молнии очень больно дамажат. Юл себе приобретает Джакира. Еще больше.
возможность у него цеплять кого-то. Очень хорошие он заморозки выдает. То есть также макропиры уходит. 10 ракетки у нас бежит под хостой. Эмбер Спирит. По графикам был такой скачок до 5000 экспы. За счет той драки хорошей я откинул. Но сейчас опять к 9000 поднялось. По голде больше 5500. Ну и посмотрим. Не стакает себе почему-то гирокоптер эншентов. Не на скилле проводит эту игру. Хотя бы два стака себе. Он вообще про эншентов думает. Башар себя приобретает. У нас Сларк этим артефактом. То есть БКБ, Shadow Blade, ПТ, Orb of Phenom для Скади. Потом уже который будет. И вот пошел фарм эншентов. Командный. Только в пятером. На эншентов только в пятером. Рубик у нас умирает, часто не удается ему что-то своровать, то есть тот же Глобал. Ну, его нужно воровать до того, как он его юзнет. Если он его последним юзал, но там далеко. То есть сразу после Глобала идет использование еще какой-то способности от Сайленсера. И тут также раздевардили ХГ перед Рошаном. Знают то, что здесь пятером у нас ребята из кино. Поэтому пока не идут драться. Бристлбэк себе будет худ приобретать. Из него он уже будет делать пайп. То есть худ уже почти готов. И идут опять довардить, скорее всего. Да, есть сентрики у нас у сайленсера. Поставили сентрик сюда, поставили обсервер. И опять захватили преимущество над виженом. Здесь также вот у нас два варда, то есть который контролирует этот ХК. Тут также был вард, не заметили они его, и идут под смоками, которые видели у нас ребята из кино. Видели они эти смоки. Сейчас идет Джакира, будет ли кого-то цеплять. Опять рвается Эмбер Спирит, опять юзается Глобал. Привязка у нас идет по Леону. Леон ничего не успевает дать. Подрубается БКБ. Очень хорошая стяжка по всем у нас Дарксира, но это никак не остановит ребята Санта-Лючи. Погибает у нас гирокоптер. Да, наконец погибает. 94 секунды без него. Погибает у нас Рубик. Погибает у нас и Дарксир. Скорее всего. Правда, мажет баунсом у нас Сларк. Да, сейчас погибнет. Заканчивается у него Сюрдж. Правда, через секунду еще один. И приходит здесь Виндрейнджер, который связывает у нас Бристлбека. Еще и вакуум в него пошел. Умирает Бристлбек. Выживает у нас Дарксир, и в погоню бросается у нас Виндрейнджер дальше, но нет. Тем временем у нас умер Джакира, Сларк, также где-то. То есть там драка опять разделилась. Ну, убили гирокоптера. 2000 у него топ по нетворсу, байбека у него нет. Еще 3 минуты. Ну и Сларк к нему подбирается, Сларк не умирает. У Сларка башер 1700 в руках. Скорее всего, будет сделать себе сначала скади, а потом грейдить этот башер. Возможно. Посмотрим, как он себя поведет. Посмотрим, что по артефактам. У Дарксира, Мека, Грэжный Стик. Это Soul Ring и Point Booster, скорее всего, будет себе делать. Блудстоун. У Леона стики Транквиллы, Ring of Regen, Гантеля. Пайп себе, то есть худ себе приобретает у нас Бристлбэк. Приобретает себе Дезолятор у нас Эмбер. Теперь будет еще больнее и Тауэрком, и Героем. То есть тому же Рубику за один прыжок будет срезать пол ХП. Минимум как. Продолжим. У нас у гирокоптера фейзы, БКБ, манта, доминатор. Видит сейчас гирокоптера, сейчас могут его зацепить. В инвизии у нас Сларк, это цепляет. Придется использовать БКБ гирокоптера, делать тэп-аут, скорее всего. Но нет, вся команда уже подходит, юзается глобал, гонятся все за гирокоптером. Кончается БКБ у гирокоптера, оно у него уже 5-секундное. И здесь его фокусят, он как-то убегает, но здесь умирает у нас Леон, который под сайленсом. Нет, прожимает стики, живет Леон. Делает эпаут отсюда, но сейчас его найдут. Да. Нет, уходит, успевает уйти. И в итоге без глобула сейчас еще будут 100 секунд у нас с командой Санта-Лючи. С
спаслись все ребята из кино. Еле-еле там ушел Леон, еле-еле ушел Герокоптер, который без БКБ. 20 секунд, и она у него уже 5-секундная. И заходят на Рошана у нас ребята из Сан-Ключи. Посмотрим, спалят ли это кино. Тут пока не очень. Тут также расположен Вард, который, если что, спалит. Но тут видели ребята из кино, как заходили на Рошана. Раздевардили тут Варды, но поздно. Бристлбэк забирает себе Аегис. Стяжка по всем у нас идет от Дарксира. Ну и все. Пошел туда кулдаун. Убивают у нас Сларка, кстати. Дарксир выживает. Здесь подрубается БКБ. Сбивают Аегис у нас с Бристлбэка. Почти убивает Джакира, но... Но-но-но-но-но. Пока еще никто не умер больше. Тут у нас заходит Эмбер Спирит. Очень хорошо распрыгивается и просто всех зарубает. Сейчас здесь еще и... Нет, на хосте у нас Герокоптер, нашел хосту. Тут все слоу ХП у нас уходят, ребята из кино. В итоге драка у нас 2 в 4. Выбили Аегис у нас с Бристлбека. Хорошо подрались ребята из кино. Хедреску себе приобрел у нас Бристлбек. Также у него гем есть. Ну и совсем немного у него до пайпа остается. 100 голды. То есть не 100, 40. Дарксир 2500 имеет на руках. Здесь летит в потайную лавку курьер. Что же будет приобретать? Ну же. Курьер. Курьер от Бристлбека. Просто курьер по таймеру прилетел и улетел сразу же. Хорошо. Хороший тимплей. Топ у нас подпушивают. Ну, я как говорил, от этого дезолятора там саппорты будут очень расклеиваться быстро. То есть там буквально за один фист по пол хп у нас саппорты потеряли. Staff of Wizard себе приобретает Леон. Staff of Wizard также есть у Рубика. Скорее всего, это будут форстафы, чтобы хоть как-то от Эмбер Спирита спасаться. 3600 у нас у Герокоптера. Посмотрим, что он себе будет приобретать. С Юлом до сих пор Джакир уходит, больше ничего себе не приобрел. Покупает он по КД Варды, чтобы девардить. Сларк у них уходит как радар. И сейчас на топе проблема будет у Бристлбека и Эмбер Спирита. Если Эмбер Спирит сможет убежать, то у Бристлбека будут проблемы. Но находит здесь Сларк у нас всю команду. Подрубается Глобал, он срезает сразу же Рубика. БГБ сейчас у него кончится. Но тут подставляется у нас Дарксир. Хорошая связка по двоим, но тут Шэдоу Дэнси у нас идет. Проходит баш у нас по Леону. БКБ у нас Эмбер Спирит. БКБ у него 7-секундная. Летает, хочет кого-то подцепить, но никого не удается, все разбегаются. 3800 у Герокоптера, ничего себе не приобретает, оставляет на байбек. 17 тысяч все еще по нетворсу, он впереди. Но потом идут три героя сразу же от Санта-Лючи. То есть вроде бы у Бристлбека вначале ничего не задалось, но за счет команды вывез 10 тысяч на Творса, 1600 у него на руках. Обогнали ВР-ку, которая ничего пока не может сделать и сейчас подставляется, но у нее есть дагер. Дагер он сразу же делает. Заходит тут на КД, на ХГ у нас Санта-Лючи, пошел кулдаун, чтобы отпушить, прожимается мека. А где пайп? Привязали у нас Сларка. Сларка понимает телекинезис, убивает Сларку очень быстро. Айспас по четверым у нас от Джакира. Макропира хорошая. Поставлена была стенка Дарксиром через... перед смертью. Не успел он стянуть, правда. Тут убивают у нас Рубика. Это минус 3. На ракету пофигу этому Бристлбеку. У него бешеная регенерация. 25 хп в секунду. ВР-ка у нас пауэршотами откидывается. Этого недостаточно. Опять ракета у нас Бристлбека. 300 хп у него остается. Но нет, живет, живет. Нет, умирает у нас и Джакира, и Бристлбек сейчас. Да, убирает Бристлбек, дропают гем. Здесь продувает БКБ у нас Эмбер Спирит. Убирает, умирает Сайленсер. Сейчас закончится БКБ у нас у Эмбер Спирит. И еще его зацепят. Да, вот ВР-ка привязывает. И это минус 5. Джакира у нас делает трипл килл, и это 7300 у него на руках. Также еще и гем сейчас заберут
по итогам боя у нас 5 в 3 где-то. Да, тут умер. Или он, и... Рубик, и Дарксир. То есть все они поумирали, кроме ВР-ки и Гирокоптера. И в итоге они потом всех остальных добили. 20 тысяч у нас по нетворсу. Гирокоптер что-то себе приобрел. И приобрел он себе сатаник. Сразу. Сатаник, еще и 3700 на руках у него осталось. Очень будет сейчас отъедаться в драке. Лоу ХП и дропает Рубика из игры. Какие-то проблемы. У Рубика. Еще у Санта-Лючи какая-то проблема. Тоже кого-то дисконнектнуло. А, тут... Переподключился у нас Рубик. Все, да, отжимается пауза. И продолжается у нас игра. Стримом все в порядке. Так, все пока нормально. И приобретать себе две ультимейт торп. Это почти скади у нас у Сларка. Сейчас просто ему прикупить point booster. 400 колды и все. И будет еще больнее нарезать. У нас Сларк будет статовым. Будут по нему промахиваться. Приветы передают обрезанному Нигату. Кто бы ты ни был, тебе привет. На базе здесь лежит гем. Дают привет и Джакира. Просто каким-то бредом сейчас занимаются. Ну да ладно. Тусуются здесь у нас в чужом лесу, под вардом проходят, видят все это у нас ребята из Сант-Лючи. Мимо у нас Пакум. Ну и гем они не подобрали, не носит. И тут Сларк у нас нарезает очень быстро. Вы посмотрите, что у нас с Рубиком происходит. За 4 удара он отлетает просто. И сейчас он сбросит, должен сбрасывать ракетку. Ну же, нет. Ну и тут один барак остался всего. Летает Эмбер Спирит, пока без сплоша, без критов. Но зато с минус армором пока что. Тут поставили вардец, чтобы видеть все около бараков, что происходит. Не берут гем у нас ребята из кино. Боятся его обратно отдать. Заходят крипы по миду. Но здесь они очень быстро рассыпаются. Пошел у нас Liquid Fire. Чуть-чуть таурка горит. Но надо почаще это делать. И летит Скади уже готовый у нас с Ларку. Посмотрим по графикам, что у нас. 6000 экспы. Вот смотрите, после минус 5 какой скачок был. И 10-11 тысяч по голде. Скачок был только по голде. Врубает у нас БКБ, врывается у нас в Дарксира. Сларк подрубается глобал. Тут пошел кулдаун. Гирокоптер заходит в толпу. Прожал сатаник, отъедается. Очень хорошо всех дамажит. Умирает Эмбер Спирит. Убирает у нас сейчас гирокоптер. Пока что умирает у нас с 3000 Рубик. Байбекается гирокоптер. Но что он здесь делает без БКБ, без манты? Хотя... Трипл килл тут добрал он у нас саппортов. И сейчас еще и у нас умрет Кристалбэк. Да, умрет.
Еще и четверых, пятерых, опять минус пять у нас от кино. Эмбер Спирит еще подставился. Пирокоптер, Лев, Львина и 5500 уже на руках. Бабочку, скорее всего, будет приобретать. Летит, летит, летит уже. У нас курьер. Тут у нас Аганим. Фина. И Гирокоптер ведет свою эскадрилью по миду пушить. За счет сатанику. Хотя рано он сатаник подрубил, его так-то никто и не фокусил, пока он был под БКБ. Потом уже можно было бы сатанику рубить. Что у нас сатаник дает? Увеличить в империи. И заходит по Мидл Тауру, прожимает флип ребята из Сантричи. Эмбер Спирит через 3 секунды появится, который сможет хоть что-то отпушить. У Джекира у нас появился Гост, у Сайленсера у нас Огр Клаб, то есть Staff of Wizard будет себе Аганим делать когда-то. Он себе его сделает. С Форстафом у нас Леон, Рубик у нас тоже почти с Форстафом. И да, вот Иглсонг себе приобретает гирокоптер, и все, это бабочка. То есть приобрел он себе бабочку. Нужно задуматься об МКБ у нас в команде Санта-Лючи. Скорее всего, будет его приобретать Сларк, так как он больше бьет с руки, чем тот же Эмбер Спирит. Эмбер Спирит просто распрыгивается. И уже он больше дамажит молниями своими. То есть ему распрыгнуться, надамажить молниями, все, умереть. Хотя 18-5 идет. Убивает. Тут находит у нас Джакира, поднимает на себя вью. Да, он по таймингу заходит. И минус Джакира, но тут под глобал влетает у нас Сларк. Но он промахивается у нас. Промахивается по гирокоптеру. Работает бабочка. Прожимает манту, прожимает сатаник. Но нет, умирает у нас гирокоптер. 120 секунд. Подлетает у нас здесь Эмбер Спирит. Привязывает двоих, прожимает меку у нас Дарксир. Подкоп очень качественный от Леона, но сейчас он тоже не уйдет. Находит его у нас Эмбер Спирит и просто убивает. Это минус 3 на ровном месте в размен на одного Джекира. Переоценили свои способности ребята из кино и в итоге подставились. Пришли убивать они Джекира и наверху бараки. То есть сейчас пойдут по миду, скорее всего, снесут этот таур и пойдут на бараки. Возможно. 87 секунд у нас не будет... Гирокоптера. Гирокоптер без байбека. Включая состояние выкупа. Нет байбека у него еще 3 минуты. Байбекает у нас Дарксир, ставит стенку, привязывает, но сейчас он умрет после байбека. 79 секунд нет байбека у Дарксира. И как дефить стороны, непонятно. Одной ВР-кой развела, правда, на БКБ она Сларка. Но тут бьют бараки. Пофигу на эту ВР-ку и опять паузу ставит Рубик. Для чего? Не знаю для чего. Ребята, зачем ругаться? Отжимается пауза. Умирает здесь Сларк, правда. Развели его на БКБ. Но упал барак. Барак у нас... Миличный упал, это очень хорошо. Здесь у нас цепляют Сайленсера. Сайленсер тоже сейчас умрет. Его фиксят, подкоп, все. Это минус Сайленсер. Но тем временем почти две стороны уже снесли. Тут остался миличный, то есть ренджевой. Тут миличный барак. То есть придется как-то. То есть эти две линии уже будут пушиться. На боте все еще стоит Т2. По итогам боя у нас двоих забрали. Сидят в таверне у нас кор-герои. То есть один кор-герой пока что. Гирокоптер. А, кстати, в той драке он без бабочки был. У меня же только Иглсонг был, точно. Поэтому не до конца все работало. И Алибард у нас приобретает Бристлбэк. Будет врубать он гирокоптера. И еще лучше они будут драться. И почти у него Блейдмейл уже на подходе. 1000 голды осталось. Откроем графики. 10 тысяч по XP. Вернули себе преимущество Санта-Лючи немного. И 12 тысяч по голде. И вот только сейчас, на 48-й минуте, Брист себе приобретает Battle Fury без спирита. 1500 на руках у него еще.
И тут забирают Рошана с ДД. Гирокоптер. Здесь у нас Рубик. На страже. С форстафом. Уже готов. Ну и сейчас с этим Аегисом будет сложно нас убивать. Гирокоптера юзая. Тут глобалы очень испугались и убивают сейчас Дарксира. Поднимает Аегис у нас гирокоптер и просто текает отсюда. Тут делают тем временем минус 2. Гирокоптер просто текает с этим Аегисом. Говорит, ребята, идите нафиг, я не готов. И пошли по миду у нас ребята из Санта-Лючии. Будут заходить, остался здесь один барак. Забрали Дарксира, который не ставил стенку. То есть просто его убили. Тут опять шикл-шотка, тут читерский. Подрубается пайп и просто в бараке. Пайп, Кримсон Вард и бить бараки. Вот тут, правда, вгрызается в ВР-ку, подрубает у нас БКБ гирокоптер, начинает нарезать. Сларк тоже его режет в Shadow Dance. Бьет, бьет, бьет. Минус Леон. Минус у нас Арагорн. Но это только дропа Егиса. Опять у нас появляется Арагорн. Подрубается Таник. Но тут без шансов просто. 98 секунд у нас без гирокоптера. И это ГГВП. Могут смело писать у нас ребята из кино. Говорят, пишите, нет, не будем писать. Ну и тут Bristol Bag, Ember Spirit и Сларк просто нарезают уже под фонтаном. Минус 2, минус 3, байбек Верка, но это уже не спасает их. Байбек гирокоптер появился он у него. Прожимает Бэдмэйл у нас Bristol Bag, но гирокоптер на него как-то пофигу. Подрубает Shadow Dance, проходит баш, прожимает манту. У нас гирокоптер тут опять подкоп по двоим. Палец у нас уходит. Сларка, убивает Сларка, убивают. Сейчас, скорее всего, Bristol Bag. На миде у нас опять Дарксир погибает. Тут уже бьют трон. Ядра себя поднимает у нас Джакира. Ну и тут до последнего дефит у нас. Это из кино. Пошла ракета по Bristol Bag, но он очень толстый. Просто очень толстый Bristol Bag. Ага, вот Верк с даггером, да, все-таки умирает. Но тут две катапульты такие просто не щадят трон. Полностью снесены две линии у кино. Осталась только третья. Скорее всего, по ней сейчас и будут заходить ребята из Санта-Лючии. Было два байбека у нас сделано от кино. Поднялся Тас Ember Spirit, 1500 голды. Он от Ворсу. 24 тысячи, все еще у нас гирокоптер впереди. И заходят они по миду. Тут только двое у нас. Через 20 секунд появляется Джакира, через 30 секунд Сларк. Ну, не знаю, спушит или нет. Потому что двое осталось на дефе. База. И очень-очень долго у нас пушат крипов. Заходит у нас просто Дарксир. Пошел глобал и пошел в БКБ у нас нарезать Эмбер Спирит. Просто распрыжки, доминейтинг конфина, умирает у нас все-таки Сайленсер, уходит на лоу хп, но тут примораживает гирокоптера, гирокоптер есть БКБ, есть сатаник, есть кулдаун, но просто прожимает БКБ и уходит. Прожимает бабочку, чтобы дать себе мувспида, и тут также Дарксир у нас убегает, но бежит за ним Сларк. Шит Сларк сейчас найдет ее, да, убивает у нас Дарксир. По графикам 20 тысяч экспы. 20 тысяч голды. Преимущество Санта-Лючии. У Сларка опять 300. Идет пушить Т2. Последний, который остался. А тут заденайли. Леон заденайл. МКБ вот себе приобретает у нас Ember Spirit. И, скорее всего, МКБ себе приобретет Сларк, чтобы быстрее убивать у нас гирокоптера. Есть у него на это деньги. Последним слотом. Может себе докупить. Посмотрим, посмотрим, что он приобретет. Да, продает щиток. И что же ты купишь? 6 тысяч. Давай.
Да, покупает себе Eagle Song. Аганим появляется у нас у Silencer. Теперь 7 секунд. Нет, 6 секунд. У нас будет Global. И здесь Курьер покупает себе Demon Edge. Что это, рапира? Да нет, это не рапира. Это будет Дейдалус, скорее всего. Но начало положено, Demon Edge есть. Денег, правда, нет у Герокоптера. Дефит не две линии, заходит у нас по третьей Санта-Лючия. Ну и вот, треть хп у нас улетела у Дарксира за один фист. Дарксир у хардлайнера. Вот пол хп у нас у Леона отвалилось. Заплевывают тауэр. Подрубается пайп. Сейчас со следующей пачкой крипов уже будут заходить сами герои. Включим состояние выкупа. Нет байбек у Герокоптера. Нет байбека у Виндрейнджер. Ни у кого нет байбека. У нас кино. БКБ у нас тут Герокоптер. Сатаником отъедается. Манту пока не юзает. Юзает манту. Стягивает стенку одного Бристлбека. Распрыгивается здесь. Очень хорошо распрыгивается у нас Эмбер Спирит. Дамажит всех. Все красные. Летает у нас тут Эмбер Спирит. Срубает сразу двоих. Здесь умирает Леон. Остальные просто не подходят. И в это время пушится трон. И пишет ГГВП наконец-то. У нас ребята из кино. Первая это их игра на нашей лиге. Ну, они ее проиграли. Первый матч, но первую игру они проиграли из этого БО2. Ну и где? Когда упадет трон? Неправильно написали ГГВП. Просто спушат, значит. Ну и Дарксир просто не подходит. Сейчас здесь спушит трон просто и все. ГГВП 1-0. Ведут Санта-Лючия. Не отключайтесь совсем. Скоро начнется вторая игра.